Добро пожаловать обратно в лагерь Перлштейн. Независимо от того, возвращаетесь ли вы или путешествуете впервые, помните, вы можете быть в летнем отпуске, но вы никогда не будете в отпуске. От Бога. Вот что такое это лето. Это слушать свое сердце, свою душу, маленького мужчину или женщину внутри вас. Некоторые из вас. Мне это нравится, спасибо. Это будет наш год, ребята. Да, я чувствую это. Пора включать телефоны. Сотовый телефон, пожалуйста. У меня его нет. Потому что я хочу быть в контакте с природой. Это прекрасно. Проверьте его сумки и карманы. Что это за штука? Убирайся отсюда. Что вы, ребята, здесь делаете? Я не знаю, мальчики. Напугали нас. Вот так. Сделай это. О, нет. Выключи его. Да, мы ворота. Хорошо, в этом году мы трахаемся. У нас будет столько экшена. Эй, я Джейк. Муха открыта. О. А когда раввины проснулись, они нашли останки маленького еврейского мальчика. Нацистский призрак. Нацист. Я позвоню твоим родителям. С почтением, мои родители умерли 15 лет назад. Так что они будут недоступны для телефонных звонков.